Сейчас я вам покажу то, что не так популярно в России, но очень популярно в Америке. Это лондри. Погнали стираться. Не подумайте, что мы грязнули, здесь огромные пакеты у всех. В прачечной много стиральных машинок и сушилок на разный объем вещей. Выбираем машинку, закидываем шмотки, добавляем порошок. Кстати, порошок можно купить на месте. У нас была обычная стирка, вещи без пятен, поэтому запустили на 25 минут. За такую стирку мы отдали 7,5 баксов. Берем вот такую корзину, достаем вещи, кладем их в сушилку, это оказалась очень крутая штука. Заправляем бабосиками. Правда, полотенце и постельное белье мне пришлось посушить еще раз. 40 минут сушки вещей стоило 2,5 бакса. Итого на прачечную мы потратили 10 баксов. Кстати, не забудь подписаться и поставить лайк, здесь я рассказываю о нашей жизни в Америке.